Первая сессия Народного собрания Карачаева-Черкесии 7-го созыва прошла сегодня в Доме правительства. Депутатам предстояло определиться с кандидатурами председателя парламента и представителем республики в Совете Федерации. В работе сессии принял участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Подробности у Артура Мхце. Перед началом сессии руководитель регионального избиркома Лариса Абазалиева вручила мандаты депутатам, только что вошедшим в состав 7-го созыва. Чуть позже она уже перед представителями исполнительной и законодательной власти озвучила полную статистику прошедших недавно выборов. В выборах приняли участие 203 324 избирателя, что составило 68,9% от общего количества избирателей. Постановлением избирательной комиссии 9 сентября выборы признаны состоявшимися, а их результаты действительными. Избраны 50 депутатов. К слову, список народных избранников пополнился почти двумя десятками новых имен, то есть обновился на 36%. Депутаты поделились ожиданиями от предстоящего межпартийного сотрудничества. В первую очередь, так как я являюсь медиком, хочу помогать по медицине. В том плане у нас кредиторской задолженности в больницах. Надо как-то это решать. Будем работать в эту сторону в первую очередь. Наша фракция представлена в парламенте республики в количестве 2 человек. Основные и приоритетные направления нашей деятельности мы планируем направить на улучшение качества жизни жителей нашей республики, на разработку, реализацию региональных программ, направленных на поддержку многодетных семей, малообеспеченных слоев населения. Первое заседание Народного собрания 7-го созыва начал старейший из депутатов Исмаил Качиев. После определения состава счетной комиссии члены парламента должны были выбрать председателя. Кандидатуру спикера Народного собрания предложил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Главное слышать наших жителей, наших избирателей. Дорогие друзья, я вас искренне хочу поздравить с избранием депутатами Народного собрания парламента Карачаево-Черкесской республики и избрание на должность председателя парламента. Мною внесена кандидатура Иванова Александра Игоревича. В президиум регионального политического совета я сегодня представил регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Указанная кандидатура согласована с президиумом Генерального совета партии. После тайного электронного голосования председателем Народного собрания 7-го созыва избран Александр Иванов. Он поблагодарил депутатов за оказанное доверие, заверил, что продолжит трудиться, чтобы регион становился еще лучше, краше, комфортней. Коллеги, мы будем конструктивно работать во благо Карачаева-Черкесии и поддерживать тот курс, которым ведет республику к успеху Рашид Борисович Тимрезов. Я считаю, что успех нашей республики, успех нас всех заключается в конструктивной работе парламента, правительства. Следом была определена кандидатура сенатора от Карачаева-Черкесии, которого выбирают депутаты парламента. Представителем республики в Совете Федерации вновь избран Ахмат Салпагаров, чей опыт, без сомнения, поможет и далее плодотворно работать, взаимодействовать со всеми ветвями власти в регионе и стране. Артур Мхце, Алибастанов, Вести, Карачаева-Черкесия.